Всем привет, это SteamWorld Dig 2, и мы с вами продолжаем играть в эту интересную игру. Все-таки она цепляет. Вот Digger — это классика. Digger — классика, соответственно, и играть становится гораздо все интереснее и интереснее. Так, какое-то место интересное. Давайте глянем, что здесь. Какие-то шахты есть. Ну-ка. Ветреные равнины. Хм. Но нам нужно войти в Архею первым делом. Я что-то поторопился, но просто для интереса. Просто для интереса. Кто ж его знает? Мало ли, вдруг мы найдем что-то уникальное. Ладно, пойдем. Ту шахту, может быть, будет новая зацепка. Похоже, ты готова к раскопкам. Так вы мне разрешаете спуститься в шахту? Конечно, только покажи, как ты зажжешь фонарь. Вон там, и я открываю люки. Через некоторое время тут кто-то снова начал минировать туннели. Наконец-то я напал на след Расти. По мне, твой дружок должен был так или иначе пройти краснокаменный ш... Краснокаменным штреком. Обычно туда можно попасть на пневмолифте. Но землетрясение завалило лифтовую шахту, стоит расчистить штрек. Так что я открываю люк, а ты спускаешься вниз. Да ладно, ладно, чё. Я же не против. И последнее замечание, мисс. Вы собираетесь исследовать огромный загадочный мир там, внизу. Чтобы отслеживать, куда вы направляетесь, можно использовать отметки на карте. Ну ладно. Их использование свидетельство ума и зрелости. Включать и выключать отметки по собственному желанию — это можно сделать в мастерской в городе. Все, больше не буду вас задерживать. Желаю удачи с прочисткой труб в краснокаменном штреке. Ладно. Пойду схожу. Заодно ресурсов под на дыбу и немножко. Вот как раз с краю лежат, надо-ка забрать. Воу. Так, жучки пошли. Шмяк, уходи. Куда собрался? Так. Хорошо, хорошо. Так, так тоже можно делать. Быстро, да, все? Метка указывает вниз. Так и сделаем. Вот, забавно сделано с фонариками. Теперь их можно отдельно включать. Это очень удобно. Первый вроде бы такого не было. Если так подумать. Так, мусорий. Ну, это так себе, конечно, вещь. Ау! Вот. Берил. Что-то свежее. Гораздо свежее. Угу. Иди сюда, мой хороший. Нет, не пойдешь? Кран. Отлично. Бам. Угу. Ух ты ж, около мене. Так, смотрите, новая какая-то менюшечка. Починить пневмотрубу. Ресурсы, модификации, артефакты и параметры. Да. Расширили знатно. Расширили знатно, конечно. Всю эту тему с инвентарем и так далее. Куда? Стоять. Так, нам, значит, сюда. А, нет, нам ниже. Войти в дверь. Стены с заплатками. Ага, с заплатками так просто, я так понимаю, не сделаешь ничего. Только суперпрыжками. Только суперпрыжками. Ну, постой, геймпад мозги парит. Угу. Ладно, у нас есть другой вариант. Нет, так нет. Ага. Темновато становится. Я хоть и свечусь, а низги не вижу. Возвращайся в город и залей фонарь горючим, а то я тут потеряюсь. Не потеряешься, ты у меня вообще-то в печке сидишь. Кто бы что говорил. Открыта секретная зона. Ух ты. Сразу же секретная зона. Амулет Симсан Сунгсалябим.
Сим Самсунг Солябим, блин. Попроще ничего нельзя было назвать. Или перевод просто такой косой. Так, получили мы фонарь. Да ёк. Надо бы разгон набрать. Так, хорошо. Чик. Чик. А, можно же было и так спуститься. Слоупок, слоупок, просто слоупок. Так, ну у меня по ресурсам пока порядок. Место еще есть, если что, вдруг, мало ли. Ай, ладно. Так, освещаем просто-напросто и все. Достаточно места. Ну вот теперь можно смело и вываливаться. Вот теперь мы можем смело идти обратно. Ой. Так, да, фонарь гаснет, все, надо продавать хлам и улучшать. Начинается улучшение. Самое, наверное, интересное, что может быть, нужен свет. Да я в курсе. Сейчас все будет. Так, привет. Превосходно, ты нашла артефакты. Уже один, удивительные артефакты, отлично. В знак благодарности я дам тебе чертеж из своих запасов. Просто возьми его в мастерскую и используй модификацию. Он сослужит тебе отличную службу. Око Одина. Я дам тебе еще один чертеж, если ты покажешь мне не меньше 3 артефактов. Хорошо. Ну что, хочешь поменять камушки на тугрики? Конечно хочу. Сколько там? Бачей. 21, нормально, сойдет нам. А, ты ведь уже слышала про забитые пневмошахты? Я не из болтливых, но говорят, мэр закрыл их, чтобы братьям своим отомстить. Кстати, давненько я их не видел. Я думал, они начнут шевелиться, раз уж ты составила им конкуренцию. В кои веки понадеялся на этих лодырей. Так или иначе, пока шахты закрыты, я теряю деньги, понимаешь? Конечно, понимаю, все понимаю. Так, улучшение. Хм, отметки на карте. Око Одина можно открыть заодно. Так, при нанесении урона врагу показывает, сколько у него осталось здоровья. Да, замечательная модификация. Шахтерская горелка, ступень 2, фонарь. Светлее солнца. Пожалуй, возьмем. Пусть будет. Ну да, открывается. Можно открыть за... Так, расширяет радиус освещения. Возьмем. А, две шестеренки. Все, понял. Приблизительно начинаем понимать, как это вообще... Да подожди ты. Я работаю в шахтах, сколько себя помню, детка, но таких землетрясений не видела. Я бы и сама слазила посмотреть, но посмотри на меня, я уже не шахтер. А что с вами случилось? Ох, это был несчастный случай в шахте. Если бы потратила кучу деталей на моих сынков-недоумков, главная моя ошибка в жизни. Скука. Привет, приятно, что хоть кто-то снова начал поставку руды. Расту над собой, не считая стычек со всякими противными тварями. Ну да, я это всем говорю, они все дергаются почем зря. Я отправляюсь в краснокаменный штрек и посмотрю, можно ли починить лифт. Ты, главное, не прекращай таскать сюда руду. И трать заработок в городских заведениях. Но с удовольствием. Кто-нибудь бывал в последнее время в краснокаменном штреке? С тех пор, как перестали работать пневмолифты, никто. Если хочешь исследовать всю шахту, придется идти этим путем. Попробуй сначала расчистить пневмошахту. Только учти, что там порода, чем глубже, тем тверже. Тебе нужны будут приличные инструменты. Да уж, понятное дело. Как гадалки не ходи, уж всем известно. Так, лады. Прошу прощения, то, что сбиваюсь, но... Есть такой момент... Есть такой момент, потому что устал на работе, поэтому глаза закрываются, и голос уже не тот, и не торт, и так далее, и тому подобное. Кстати, вот, сейчас здесь удобно показывается то, что мы все сделали в пещере, к примеру, и отмечена она зелененьким теперь. Это здорово. Лежать. Так, нам тут, да... Немножко расширились, да? Так, подождем. Сейчас он нам распакует все это дело. А мы уже тут
Сами все разрулим. Мить. Ну вот и славно. Теперь будет лучше все у нас. Пока. Отлично. Так, и фонарик заодно. Зажигать будем. Пригодится потом. Тютель в тютель, прям, ну серьезно. Шутки шутками, но это капец. Ауч. Ау, ау, ау. Так, я понял. Краснокаменный штрек. Прекрасно. Угу. А. Так, только снизу. По трещинам. Это можно делать только по трещинам. Кажется, это и есть краснокаменный штрек. Обвал, как мы и думали. Была бы у тебя взрывчатка, можно было бы разнести развал на раз-два. Завал, то есть. Неплохая идея, нужно вернуться в город и расспросить народ. Ага, взрывчаточка, может, ты даже руки-ноги себе поотрываешь. Зараза, давай-ка расчистим эту невмашахту, а? Так, открыта транспортная пневмотруба, краснокаменный штрек. Однако, удобненько. Ну да, здесь мы пока ничего сделать не можем, нам нужна лесенка. Вот только с лестницей мы что-то-то и сможем сделать, а пока... Ага. Вот так можно перемещаться, хорошо. Ознакомимся. Эй, я не давал разрешения на разблокировку лифтов. Челюсть прикрути, лифты лучший способ перемещаться по шахте. Краснокаменный штрек завалило из-за землетрясения. Ты не докажешь, что это землетрясение, это что угодно могло быть. Ну, так или иначе, мне нужна взрывчатка, чтобы его расчистить. Ты наверняка найдешь взрывчатку возле взрывной станции. Просто возьми чуток восточнее, когда будешь спускаться в следующий раз. Найдешь без труда. Во, спасибо. Очень удобно. Починить пневмотрубу. Так, пойду продам ресурсы и потом поговорю с приятелями. Ну что, хочешь поменять камушки на тугрик? Конечно, хочу. 15. Ну, да. Приду, приду. А, лестница есть. Надеюсь, взрывчатка мне поможет пробиться в краснокаменный штрек. Должно сработать, я сама так делала и не раз. Отправляйся на взрывную станцию и получи взрывчатку. Но разве не славно, что штрек на месте и не завален? Не думаю, что мы застрахованы от взрыва. Ну, ничего страшного. Понятия не имею, почему... Быть тебе не оставить взрывную станцию в покое. Нам правда нужно взрывать все, будто чокнутым бомжам. А у тебя, сынок, есть другой план, как расчистить краснокамень? Я просто не понимаю, зачем ей лезть так глубоко. Я же говорю, там руда поценнее, чем у поверхности. Ну, раз так, то конечно. Понятно. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Спустимся. Че хочешь? Вы были правы насчет краснокаменного штрека, он завален. Неудивительно. Но по мне немного взрывчатки его расчистит. Ну, понятное дело, сейчас пойдем. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. А, там ближе есть путь. Чего уж говорить-то. Так, давай, давай, побежали. Раз такое дело, здесь у нас как раз все уже продумано. Все уже мы здесь продумали. Трогать я от греха подальше не буду. Ни к чему это пока. И без этого справимся. Ну да, ну да, ну да. Угу. По цепочке. Отлично. Бум. Пока. Так, шестереночки. Это здорово. Отлично.
Так, разбубиним. Вперед. Взрывная станция. Угу. Стоять. Ауч. Вот это было плохо. Да, неудачно. Сможешь? Видимо, он сейчас просто-напросто в воде помрет. Ну да, новый уровень, отлично. Бонус за продажу, бонус 10%. Хорошо. Так. Открыто новое улучшение, купить мастерское можно. Получим прежде новую технологию. Встраиваемый модуль какой-нибудь. Все-таки стимпанк же. Паровые технологии. Газовая бомба. Бросить пневмобомбу. Ух ты, какая штука замечательная. Удобная штука. Сопля. В простонародье, да? В простонародье будет сопля. Вот теперь мы сможем попасть туда, куда нам нужно. Причем то место, которое было даже в начале, есть там интересное. Нам как раз пойдет, да? Ну да. Шустряк какой, а? Ой. Спасибо, Берил. Наш не успел. Так. Нужна вода. Ну, благо. Это добро недалеко. Все, баг заполнили. Немножко мельче стал интерфейс, или мне кажется. Кстати, вот эту фигульну можно тоже вскрыть сейчас. Ага, это так работает, да? А в воздухе в прыжке я не могу стрелять. Вот это вот печально, конечно. Странно сделано, то, что нельзя в прыжке, допустим, стрелять. Какая разница? Ей-то какая разница? Да ёк! Я... Не заметил, что так быстро все кончается. Два выстрела и все, и кончается. Надо будет поставить и баг, и не баг. Тут есть что-нибудь? Нет, ничего нет. А, ну и все. Замечательно. Так, секретная область. Да. Шестеренка. Плюс один. Две. Здесь как-то, по-моему, поочевиднее сделали, да? В плане вот нахождения бонусов. Или мне кажется просто... Ау! Дерзота. Хорошо, что хоть здоровье еще восполняет. Это вообще удачно сделано. Так, снова паки ресурсов. Там еще и огонек есть. Открыта секретная зона. Ну да, здесь гораздо очевиднее все. Это артефакт. Аратус Норвегикус. Добавлено в коллекцию. Или, а, нет, это крыса просто. Артефакт. Артефакт. Смешно. Ясно. Угу. Где-то должна быть конопенция. А, вот она. Секретная зона. Шестеренка. Супер. Отлично. Так, нам нужно туда. Однако. Потрясающая штука. Ну да. Еще воды бы. На два выстрела, да? Сейчас. Потрясающе. Фигулина.
Надо будет вернуться в то место. Попробовать попытать счастье там. В начале игры мы где-то там находились. Там можно было это организовать. Там было интересно проходиться. Так. Да-да, взорвем ее в дребезги. Тебе явно стоит с кем-нибудь поговорить насчет твоей мании разрушения. Ну вот сейчас я с тобой говорю. Да я вообще все время говорю о разрушениях. Угу. Ха-ха, бабах, давай еще раз. Эти бомбы нам точно пригодятся. Они нам откроют путь туда, куда с киркой не добраться. Думаю, пора сказать Майру, что штрек снова открыт. Не торопись. А почему вода не уменьшается? Хм, здесь отошли от этого, что ли? По цепочке сейчас получим интересный ресурс, да? Берил. А, ну ничего такого интересного здесь нет. Все, место кирдык. Ладно, мусорья насобирали, хлама всякого. Пора и честь знать, пора и в город. Так, еще раз водичкой заправимся и вперед. Угу. Пойду-ка продам. Отлично. Ух ты, ты нашла бомбомет? Трехпоршневая система обеспечивает плавное скольжение по сифонной трубке. Стреляет самозакрепляющимися снарядами, которые перед детонацией прилипают к любой поверхности. Наверняка круто взрывать за... простите, не стоило мне так увлекаться. Да ладно, чё? Нормально все. Так, мадам, что-то мадам там хочет. Привет тебе еще раз, мой провинциальный друг. На нашего бедного мэра кто только не жалуется. А по мне он знает, что говорит. Ну, он же городской, он-то привык к местным порядкам. Если меня поставили управлять эдакой махиной, я б с винтиков слетел, и хоть в металлолом отправляй. Понятно, ничего полезного они особо-то не говорят. Отлично, уже есть находки, целых два, замечательные артефакты. Я дам тебе еще один чертеж, если ты покажешь мне не меньше трех артефактов. Когда я был юным резвым ботом вроде тебя, то облазил всю шахту и составил отличные карты. Я нанес на карту всю защитную стену задолго до того, как мои колени начали скрипеть и заедать. Я начал с нижних ярусов, но эти неразумные бомжи мне очень мешали. У этих созданий нет никакого уважения к чужому труду. Закладывать взрывчатку под такой шедевр — это просто абсурд. Стена, конечно, поглощает большую часть урона, но понемногу они пробивают ее. Понятно. Ай, стоять. Так. А. Так, по шестеренкам что у нас? Давайте посмотрим. Две, шесть... Так, ага. Фонари-то мы включили. Прочные доспехи, железная кирка. Наверное, лучше бездонный рюкзак. 25. Я могу и доспехи купить. Например, и кирочку. Так. За каждого поверженного киркой врага вы получите плюс 5 дополнительного опыта. Угу. Сокращает урон при падении. Грация пумы. Прививка молотова. Не дает бомбам наносить урон вам. Вот эта вещь полезнейшая. Поставим. Мало ли что. Пик охотника. Рюкзачок побольше. Пока все. Так, да, могу. Я уж улучшил. Верстак. Уже поставил. Угу. Так, с этим мы разобрались. Все знаю. Ну, как сказать, все знаю. Дай, подожди. Ци-ци-ци-ци-ци. А можно всегда с ними потом пообщаться. Так. Что ты хочешь, старуха? Ой, извините. А раньше нельзя было в городе стрелять, да? Но здесь теперь можно. Ладно. Угу. Понял. Один правильный заряд, и краснокаменный открыт. Да, не считая каверн, они чертовски прочные. Рад, что он еще цел. Чтобы раскапывать грязь на такой глубине, тебе нужно позаботиться об инструментах. И да, не забывай приносить нам новые драгоценные камни. С удовольствием. Теперь краснокаменный штрек открыт, и я смогу искать расти еще глубже. Эй, а его что, еще не нашли? Ну, ты только что руды принесла.
До защитной стены можешь копать без препятствий, детка. Боюсь, твой дружок провалился в какую-нибудь трещину в стене. Я бы на твоем месте заглянула на каменоломную станцию. Там есть старая машинка, которая тебе здорово поможет. Это та, которую мои брательники в прошлом году в кирпичную кладку замуровали? А ржа их ешь. Ну ты наверняка найдешь способ справиться с кирпичами. Эй, если найдешь, скажи, я потом кого-нибудь пошлю залатать стену. Воу, это глубоко. Хорошо, давайте сбегаем там, где я хотел кое-что скрыть в самом начале. Западная пустыня. Так. Все-таки надо вернуться туда и сделать то, что я хотел сделать. Там это место, потому что если его упустить, то потом будет печально все. Так, по стеночкам. Осторожно, аккуратно, все спокойненько. Так, лифт все еще сломан. Разумеется, нет. Здесь не место для такой леди, как я, но тут хотя бы тихо. Это невыносимая профессорша по соседству постоянно шумит со своими ракетами. Может, ты их с обрыва скинешь? Леди не лазают. Понятно. Так, где-то там... Погодите, а куда человек исчез? А, он куда-то ушел. Вот, например. А-ха-ха, сейчас чуть не профукла свой шанс. Бум. Шестеренка. Так, еще какое-то место было с лестницей. Вот оно. Нужна вода. Ну, естественно. Так, а здесь воды нет поблизости где-нибудь? Нет. Ладно, зато шестеренку нашли. Остальное приложится потом. Так, там ничего такого больше секретного нет. Да, мы здесь уже пропрыгивали. Это я, по-моему, перед смертью как раз-таки сделал. Ауч. Ну и прекрасно. Так, зато шестеренку взял все-таки. Надо будет еще вернуться, попробовать там сломать. Только нужно будет прокачать свою пушку. И тогда будет плюсик большой. И тогда проблем не будет у нас. Прокачаем пушечку. И все, и вперед. Найди станцию. Под этой кирпичной кладкой несметные сокровища. Если набредешь на бомжей, чикни их, прежде чем сама наденешь деревянный макинтош. Говорят, они там все под бузой и ищут металлолом, ясно? Им этой отравы всегда мало. Эта штука делает их сильнее, но одновременно срывает с катушек. А еще от нее жуткая коррозия, так что не прикасайся к ней. Хорошо, не буду, я постараюсь. Так, ну что, здесь серию закончим. Все пока получается, все очень интересно. Что будет дальше, узнаем уже... Подожди, не подходи ко мне близко, так слышишь, ты там клацает. Что будет дальше, узнаем уже в следующей серии. Нам нужно сделать что? Нам нужно найти станцию. Ну и мы сходим туда, куда я хотел сходить. То есть лесенок у нас пока нет, но туда можно сбегать, просто посмотреть. Точно ли там нужна лесенка? Скорее да, чем нет. Угу. Так. Так и так. Найти станцию. Надо будет посмотреть, надо будет пошариться, но это мы уже сделаем в следующей серии. Ну а пока я с вами прощаюсь все-таки. Хорошего настроения, будьте здоровы, пока-пока.